Угу. Наконец-то мы в отпуск пойдем. Угу. Так вот паспорт мой. И мой. Иди сейчас отправляться. А вот это смотри. Иди, стой. Иди, да, я проверю. Так, у меня второй ряд. Стоп, а как книжку открыть? Ну, книжка, это. Да, паспорт. Как ты открыть? Как? Короче. Вот, трясёт. Трясёт. Смотри, трясёт. Три. Что это? А где мы вообще? Ну, Матвей, смотрела тебе в окно. А? Мы в океане, походу. Зрес, иди сюда. Она крыс поранилась. На нога. Смотри, он под водой, походу. Будет что, остров? Вот видишь, там подъем наверх. Ну, сейчас, подожди. Тут люди, тут человек один. А сколько у нас человек? Почему здесь только два? А, о, посмотри здесь. Подожди, давай я пока это возьму все. Подожди, мне осталось здесь костюмчики для плавания. Твой синенький. Синенький? Сейчас скину. Ну да, я же больше, а вот этот размер больше. Что мы память не потеряли? Да, такой удачный. Вот, подожди, а такое точно дверь была? Не, ну вроде бы была другая. Да, как-то странно. Тубзики еще живы. Подожди, а что с тубзиками? Это тубзики? А, это да, тубзики. Я думала, это какой-то блок. Подожди. А куда-то какать? Давай светим, подожди. Да, это вода. Давай факелы возьмем. Давай ломаем где дверь. Где еще светит? Здесь светит. Давай ломаем дверь. И уходим отсюда. А во, у меня тут кирка как раз завалялась. Давай вот эту сторону. Бываем быстрее. Давай, что у нас не затыкает? Остров. Быстрее. Тут остров. Где? А, вот. Быстрее на остров. Сейчас мы как миньоны выйдем. Ох. Давай снимай. Давай снимай эту дверь. Кто запарится, уже можно. В этом костюме. О, наконец-то простор. Я пока так побуду. Наконец-то природа. Кто-то сидел там в компьютере. Ни разу не выходил на улицу. А ты вот теперь на природе. Вышел на улицу, наконец-то. Ну, вообще-то я занимался снимкой героика. Но только необитаемый остров. Ладно, подожди, я схожу на охоту, а ты пока побудешь. А почему необитаемый? Здесь рыба есть. Не, пойдем вместе посмотрим. Слушай, там дверь что-то делает. Во! Это я. Пойдем пока посмотрим, вот. Пойдем. Хорошо, для житья можно. О, свинья, ты говорил необитаемый. А если обитает свинья? Обитаемый остров. Обитаемая овечка. Обитаемый на самом деле там остров. Реально на остров. Есть даже домов. Хотел отдохнуть. А подожди, а можно здесь я поотдыхать? А здесь склад есть? Да какой склад? Клад. А, клад. Ну, клад только
Закапывают не вот на этих островах. На островах, где есть песок. Прям повсюду песок, нет ни одной травы. Теперь включаем выживание. Так, давай дерево. Да. А если... Побольше, потому что у нас хлебушка всего лишь-то не хватит с печеньками. Нам нужно хорошее... Вот, смотри, тут можно зерно добыть, да? Угу. А из зерна вырастает пшеница. А из пшеницы мы можем делать больше хлебушка. Так. Так, куда пшеницу? И нужна же нам коса. Коса из дерева делаем. Ты чё, как первый раз в Майнкрафте? Так, верстак. Да я просто ни разу не выживал. Майнкрафт не подходил? Да. Траву косим. Я буду делать доски, чтобы сделать нам жилье. Чтобы пойдет дождь и будет холодно. Где нам укрываться? За листьями, что ли? Цветочки тоже возьму. Цветочки. Алло, потом... Логично. Вот где только... А мы давай жить будем рядом с пляжиком, там, где мы только приплыли, рядом с самолетиком. С самолетом? С самолетом. Так, делаем кучу досок. Так, давай еще доски добываем. Ладно, я пойду за... О, волк. Саш, что добыл? Спасибо. Была бы у нас кость, мы бы его приручили. Собака бы. Это вода? Не вода. Да, просто вода и чё. Я пойду там, где мы... Так, в море мы же ее не будем пить, она соленая. Вот здесь вот нормальная вода. Нормальная вода. Но у нас ведра нет. Нет. А давай проведем как... Как мы ее проведем? Все, я пришел там, где мы только приплыли. Вот здесь мы будем делать наш, как сказать, грех. Наши первоначальные грядки. Вода, иди сюда. Я там так очищал. Уже вечер. А я тут добываю. Сюда. Что ты забыл? Сейчас я добуду дерево. Да, что-то дерево не выпадает. Топор надо сделать. А, упадает дерево. Мне просто кажется, что оно упадает. На самом-то деле оно упадает. Ну, наверное, нам дом идет. Ну,
У меня 2 стака досок. Представь, 2 стака досок. И 4. Быстрее домой беги, сейчас же мобы будут появляться. А где ты? Там, где мы приплыли на остров. Такой маленький. Темно же как. Я тебя не вижу, я заблудился. В ту сторону смотрим. А вот. Ой, боксплей. А зачем я доски добывал? 2 стака досок и 4 доски. Не знаю. Для того, чтобы ты тут сам сидел. Да? Угу. Просто оставь пока. А дай мне пока. Угу. Сейчас только 2 стака заберу, подожди. Еще нам двери делай, а кто будет заходить, мобы всякие. А, окей. Да я не пофиг, нам зайди. Вообще-то двери не могу. Давай это ломай. Ну что, зато мы будем защитить. Так в смысле защите? Только крипер один может ломать. Отлично. Только если он человека увидит. А так-то он за дверью его не взорвется за дверью. Если прям очень рядом подойдет к двери, то. Ладно, забудь. Доброе утро. О, утречко. Домой хочу. И я. Что ты нам дом не сделаешь? Из досок, которые я тебе дал. Попозже. Ладно, друзья, мы на этом будем заканчивать. Наверное, еще будут серии.